Защищайся, обелиск! Блинчики, я просто воин! Вот так вот мы умеем с деревом сражаться, да? С деревом. А вот это вообще... Хытыщ! Хытыщ! Аж ветер рассекает! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, мы продолжаем. Это самая суровая, самая жесткая выживалка на Android и iOS. Конечно же, это Grim Soul. Что за мечи у меня в руках? Я думаю, ты уже догадался. Это, конечно, новый меч Эспадончик и фантастический клеймор, который до сих пор остается одним из самых крутых оружий в игре. Заточенный клеймор. И Эспадон. Эспадон, да, Эспадон не может быть, нет. А куда мы с тобой отправляемся? Мы с тобой отправляемся на идеальную Аису. Давно мы не убивали уже Аису, бесконечно ее блокировать нельзя. В общем, мы идем на идеальную Аису. Что в это, значит, входит безобразие? Это финал, да? Когда ты все красиво всех убьешь, тебе нужен будет по-хорошему арбалет и 20 бинтов. Еще лучше бы сделать такую бутылочку классную. Вот такую бутылочку. Грибную настойку. Она будет лечить от мышек яд. Но это уже потом. Это потом, когда Аису нагнешь. Тише, бомжи, блин. Вообще шумят. Смотри-ка, что. Умри, умри, умри. Вообще супер терминатор. Когда мы дома, мы вообще прям непобедимые. Мне, значит, 4 хила. Вообще достаточно 3, да? Вот это идеальное оружие против Аисы. Конечно же, настоечка мандрагоры. Конечно же, лук сбивать и обкас, шкелетов убивать, какое-нибудь любое оружие, чтобы наносило 70 урона. Это может быть и клеймор, кстати, да. Обычный клеймор, не заточенный. Поэтому клеймор хорош. Ну и отпугивать ночных гвоздей. Какой ты будешь юзать скилл активный? Я лично использую гвоздей, да, бомбить. Я уже зарядил бесплатно. Фу, фартануло. Я думал, я делал зарядить бесплатно. Фу, хорошо. Вот. Потому что мешают гвоздики, да? Ну и все. По-хорошему, в идеале, это 10 капканов. Ты представляешь? За 10 капканов можно справиться. Давай посмотрим по моим скиллам. Соответственно, мастерство бастард, чтобы я мог скелетов бастардом бомбить. Лук. Траппер. Очень крутой скилл. Чем больше, тем быстрее убьешь этого Аису. Это от мышек, на всякий случай. А какой? Кстати, неудержимый — это бред. Да, это бред. Это скилл, ненужный на Аисе. Лучше какой-нибудь типа воскрешения. Но я просто не верю в свой 1%, поэтому мне пофигу, даже биять не буду. Ну, скорость бега, оборона в толпе и, конечно же, могучее здоровье. Все, я показал тебе полный расклад, как я бегаю на Аису, и я считаю, это идеальная Аиса. Круче только в сказке. В какой сказке? А вот когда, к примеру, у нас появится с тобой проклятие, да? Вот это будет поприкольней скилл. Ну, как бы, не знаю, я пока юзаю изгоняющую тьму. Мы сейчас с тобой попробуем сделать идеальную Аису, плюс я попытаюсь, повторюсь, я не говорю, что у меня получится. Я попытаюсь заюзать вот эти свитки. Свиток контроля 3 уровня. Разбойники и даже скелеты сражаться на вашей стороне. Короче, возможно, это будет круто, если у меня все получится. Фу, блиночки, я давно не был на ней. То есть, когда ты ее бомбишь каждую неделю, она респится раз в неделю. Айзенборга убиваешь, берешь статуэтку, да, деревянную, сжигаешь лошадки, вот, сжигаешь в костре, и все, Аиса появляется тут же моментом. После этого тебе ничего сжигать не надо, она просто раз в сутки будет появляться. А что такого фантастического-то? Самое главное, что все странники, путники Лубении ходят-то на нее. А вот что на ней. В Лубении обнаружены учебники по мастерству боя клеймором и изучения повадок одержимых отрекшихся осквернителей, которые можно добыть у Аисы. Некоторые в ночном схроне, короче, давно уже ничего не падает на моем левеле. Эти умения сослужат хорошую службу. Короче, нам с тобой здесь нужен клеймор. Так, ну что? Мы с тобой проходили это уже не раз, давай не переживаем. Броню не показал. Броня, бронза, ботинки и кираса. Все остальное бомжинское. Все остальное можешь вообще не одевать. Все, нам надо с тобой четенько в линию ставить капканчики. В линию. Минимум 5. Что это было? Не спрашивай меня.
Не спрашивай меня. У меня кнопочка залипла. Кнопочка залипла. Я распереживался, ты видел, да? И у меня сразу такая паника и такая тишина. Что происходит? Кнопочка залипла. Так, все спокойно. И видишь что? Наследила, ноги грязнючие у нее. Она вообще, блиночки, не женщина, а какой-то, блин, абракадабра, блин. Так, все. И идеально уже не получается. Идеально не получается. Давай хоть как-нибудь. Блин, смотри, как наследила, а, хорошо. Да, так, все, второй капкан. Спокойно, мужчина, спокойно. Вот прям сразу в начале ролика обделались, да? Ну, не в начале, ладно. Все нормально, мы еще все выправим, да? Будем надеяться, меня кнопочки больше не подведут. То есть у меня, я не мог остановить персонажа, он у меня сам бежал в стенку. Поэтому мы с тобой еще легко отделались. Потом она бы сейчас подошла и все, что, вилы. Ну и все, да. Все стандартно, процедура нам с тобой известная. Надо, значит, чем быстрее ты наставишь капканчиков, тем лучше, да? Ну вот сейчас вот фиг знает, успею, не успею. Да, посмотрим. Сильно не рискуй, да? Вот смотри, она прям за моей опой бежит. Опять, какая ди... Ой, это будет интересно. Это будет... Да, вообще, по идее, легкий килл. Но если как бы рукожоп не включится. Это пассивка, я тебе ее покажу. Ее как бы не видно, но она есть. Рукожоп это вообще... Если рукожоп включится, все, привет, блин. 6 капканов. О, это как же круто, а. Ты представляешь 6 капканов разбомбить ее? В рядочек красиво. Фантастика. По идее, можно уже начать. Как раз... Что-то было, а? Что-то я, короче, габариты не чувствую, ты понял, чё? Это все праздники новогодние, блинчики. Не чувствую габариты. Вообще. И не говори. Так, чё, все, идеальный килл. Мы готовы. Я надеюсь, что мы готовы с тобой. Так. Фигня какая. И вот тут надо было свиток контроля заюзать. А я обкакался. Слушай, ну как бы не страшно. Ты где, блин? Ты давай меня не пугай, женщина. Как бы не страшно. В принципе, все хорошо, да? Один капкан потеряли. Все, уже не идеальный килл. В чем фишка? А вот свиток контроля, его надо держать, короче... На активке, да? То есть тебе надо быть таким живодристиком. Я не знаю, все, я, короче, передумал. Я не успею так быстро, блин. Вот. И когда шкелет бежит, ты берешь одного под контроль, берешь второго под контроль и продолжаешь с ней биться, да? И вообще могу тебе сказать, значит, не выделывайся и ставь по 5 капканов. Реально, 5 капканов хорошая цифра. Очень хорошая. Я из-за того, что сейчас не 5 капканов ставил, да? Поэтому такая, что попала была. Сейчас покажу тебе 5 капканов. Бывает, она подряд вызывает, короче, 2 шкелетов, да? Но это очень редкий случай. Свиток ужаса тоже хорош, да? Можно нажать, отпугнуть, спокойно с ней сражаться. Блин, я не люблю ставить вот... Ну, короче, когда сверху, да, ты начинаешь, у тебя обзор хороший. Вот сейчас фиговый обзор, поэтому... Что ты делаешь, друг? Ты почему? Светофор грёбаный зеленый, блин. Потому что люди идут, а у нее ноги грязные. Чтобы сделать 4 удара, то опять же тебе надо быть таким резким, как понос. Вот это вот, да? Резко, то есть ты не ждешь, а он оп и настал. Быстрее. О, хорошо. Все. Ждем шкелетов и в атаку, да? Мадемуазель, вызывайте свою подмогу. Чё думаем-то? Ты смотри, что творит, а. Женщина, ну почему не вызываем, а?
Я ж столько уже мог наставить этих грёбаных капканов. А сейчас как только в бой вступишь, скелеты пойдут. Ну вылазьте, бомжи, блин! Могилищи ваши! Тише, 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 тише! Рыцарь горячий, блин. А то она быстро остудит. Это она умеет, блин. Я начинаю волноваться, блин. Чё за дела? Вон они появились. Да неужели бомжи грёбаные? Еще и за ней побежали. То есть я даже сейчас еще и не смогу. Еще один круг надо бежать. То есть чем больше ты кругов носишься, тем быстрее у тебя откисает броня, да? Это понятно. В идеале, когда ты ее бомбишь, у тебя половина вот этой брони останется, как нифиг делать. Серьезно. То есть одна броня бронзовая на 2 кило. Так, все. Мужчины сосредоточились, блин. Сосредоточились, мужчина. Я вижу, что я 4 не успеваю. Ты чё, бомжа? Отли... Вот смотри, вот сейчас хорошо. Вот ты скажешь, что хорошего? Ничего себе. Капкан-то не заюзали. Капкан не заюзали, капкан не потеряли. То есть теперь самое главное... Вау. Вот блин. Пришлось заюзать эту шляпу, ты понял, что? Я испугался кап этих. Дирижабль. Я испугался, короче, ты понял, да, что испугался? Что я сейчас... В следяку в ее наступлю. Они вон тут есть, блин. Ну, а я смотри, как красиво, как Бэтмен. Между следами этими грязнючими. Ну, ладно, как бы, да. Рукожопа, но все-таки скилл, он скилл, да. Чем больше ты бомбишь, тем у тебя серьезнее уже опыт. И скилл никуда не денется. Так, 2 капкана. И вон там еще один в самом далеке. Такой идиотизм. Женщина, вы где? Вон она, отлично. Ты чё, орёшь, что ли? Да ты чё, орёшь, что ли? Ты грёбаный скелет! Я тебя вообще... О-о-о, ты понял, чё, а? Ну ты подумай, бывает же такое, а? Вот бомжи, а? Вот же бомжи! Вот же бомжи. Вообще негодяи. Негодяи. Ну ладно, мы не потерялись, да, мы не растерялись. Как бы нормально. Ёлки-палки, а. То их нету, я бегал сколько? 4 круга, 5? Ни одного, ты подумай. А тут вообще как это, вообще. Так нельзя, короче, мужчины. Блин, я прям распереживался, это же надо, а. Красиво могло, да, пойти. Пошло все некрасиво вообще. Ладно, пофиг, главное убить. Главное убить, не телепортироваться. То есть, когда ты телепортируешься из дома, да, 275 она отъедает, и все, и затраты уже идут, короче. Да ты, блин, пропадай уже, блевантин этот синий. Ужас какой. О, бегут, бегут, блин. Шкелетяры. Шкелетяры, шкелетяры. Вау, все в атаку на Аису. Что делать-то будут? Жалко, что это... Ну ты понял, да? И чё? Они её не бьют, да? Отстой вообще. А сейчас, когда контроль пропадет, они же опять же на меня кинутся. Ты понял, чё? Косяк какой. Ой-ой-ой-ой-ой, вообще. Я вас вижу, бомжи. Так, ладно, все, хватит. Все, уже, смотри, разогрелся скелет. То есть в момент боя, да, можно, да, красиво. Ну, как минимум одного, и они тогда друг с другом будут биться. 2 скелета, типа того. Да ладно, че, серьезно? Да, серьезно. Я испугался, что она меня призовет. Ёлы-палы, а вот рукожоп. Тьфу ты, блин, началось в деревне лето. Я такой хотел тебе килл классный показать. А помнишь, мы с тобой говорили о скеле? Помнишь? Вот. Скилл
нужно постоянно подпитывать, блин. Если ты этот скилл гребаный не подпитываешь, происходит вот такая вот, значит, фигня полная. А что значит подпитывать скилл? Ну, то и значит, надо постоянно бомбить, постоянно. Не пропускать. Как только ты чуть-чуть не поиграешь, да, я чуть-чуть не поиграл, и все, и видишь, что? Глупая, глупая, очень глупый, много шумишь, дерево эйва, елы-палы. Блинчики, как обидно же, а. Блин, сейчас заплачу. Поэтому ртом вперед побежали сразу. Тише, тише, друг, чего ты, блин, творишь? Так, оббегаем. Да. Отъелась она, негодяйство. Отъелась. Вот в чем косячок-то у нас сейчас. Такая ситуация нелепая, да? Ты видел? А с другой стороны, вот, а что нелепого-то? Вообще нормальная ситуация, да? Бредово зажал скелет, что тут? Что тут нелепого? Я мажу по капканам, а? Ты подумай, что. Это все Новый год, блинчики. Все Новый год. Руки. Не слушаются. Я врезался в столб. Гребан. Чем больше ты умирать будешь, тем, короче, серьезней рукожоп начинает завладевать тобой, да? Руки не слушаются, значит. Вот это все трясется. Безобразие, короче, происходит. Нет, ну ты понял, что? Их просто нету, гребаных скелетов. И все. Они не респятся, я офигею, я в шоке вообще. Костлявые, блин. И сейчас могут они еще и повторно появиться. Без шуток. Так, ладно, спокойно, мужчина. Не думаем о плохом. Думаем только о хорошем. Ой, елки-палки. Полсекунды мне не хватило отбежать. Половины, блин! Во всем виноват салат оливье, значит, селедка под шубой и много еще чего на столе, блинчики, да. Прям все, понимаешь, это грязь какая-то, блин. Не могу я ждать шкелетиков, задолбали они меня. Надоело, блин. Бомжа гребаная! Фу, блин! Надоело! Просто надоело! Это ж беспредел! Мы ее красиво уже убивали. А тут все через одно место, понимаешь? Ты, ну ты меня понимаешь? Ты меня понимаешь. Фу, блин. Вот здесь, кстати, можно было вообще включить автоматику, да, и спокойно лазить по инвентарю, там не по инвентарю. Тише, тише, дружище, что ты делаешь, блин? Хватит, хватит на сегодня уже, значит, это, трагедии, блин. Ёлы-палы, это же надо, а? Да уж. Ладно, победа есть победа, все остальное фигня. 12 капканов, сколько я крафтил? Слушай, мне кажется, я уложился, да, в 15 капканов. Проклятие. Хорошо, да? Смотри, чё, а? И клевец дали. И мы... Вот этот я взял из дома сейчас, да? Короче, мы отбили клевец, и еще есть кусочек. Мы отбили бастард потраченный. Я не знаю, короче, классно. И самое главное, проклятие мы взяли. То самое проклятие, о котором мы с тобой говорили. Когда оно дойдет до 10 левела, вот это будет серьезно. На 7 секунд, представляешь? Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, фу, блин. Я вообще, короче, ну ты понял, да, я полностью, все, я прям вообще, короче, она меня прям выжала, это жесть какая. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал, ставь колокольчик, видосы выходят каждый день. Качай, конечно, себе гриму. Это фантастическая, фантастическая игра. Ну и ждем, ждем новое подземелье. Конечно, не забудь оценить ролик Лукаса. Пока-пока.